Во-первых, хочу сказать, что я не согласен с многими экспертами, даже с большинством экспертов, которые утверждают, что этот конфликт, он курируется Путиным, что он в интересе Путина, и что он такой театральный конфликт. Я думаю, что он естественный, что Пригожин действительно является врагом военного истеблишмента. И источники этого конфликта, они за несколько месяцев до начала войны, наши расследования показывают, что генералы из ГРУ, из военной разведки, они пытались отстранить Пригожина от структуры ЧВК и украсть прямо у него для себя, для своих там, заработок денег, потому что они знали, что война придет скоро, и что на этом можно заработать. Они пытались украсть у него Вагнер. У них не удалось, он смог все-таки вернуть контроль над Вагнером неделю после начала войны, и пришлось его вернуть, потому что большая часть из наемников нелояльна именно к нему. И вот сейчас он началась такая месть еще с начала войны, он получил какие-то успехи, которые не удавалось получить армии, и, конечно, и надо здесь понимать, что внутри Вагнера тоже есть нажим на него, чтобы он доказал себя независимым, чтобы он как-то вернул удар тем, которые пытались у него украсть ЧВК, и он действует таким героем для своих десятки тысяч наемников, и вот его публичная сейчас позиция, она является именно такой фигурой, которую его люди ожидают от него. И это довольно неприятно для Путина, потому что создает впечатление, что Путин не контролирует вообще войну, не контролирует армию свою, так что я не вижу сценарий, в котором это все выгодно Путину. Так что вопрос остается, кто выиграет сейчас, это Министерство обороны вместо ФСБ, потому что ФСБ тоже недовольны поведением Пригожина, или сам Пригожин, который имеет то, что у них нет, имеет десятки тысяч мотивированных своих наемников, которые готовы по его приказу, я это говорю с полной ответственностью, если он им скажет, идите на Кремль, они пойдут на Кремль, они просто, часть из них, с которыми я общаюсь, они сами говорили, если после того, как, цитирую, после того, как мы потеряли столько многих тысяч коллег под Херсоном, и нам сказали просто оттуда вернуться, мы готовы вернуться не только до границы, а продолжить до Кремля, если нам скажет Пригожин. Так что вот у него такая возможность есть, и я конфликт, нарастание конфликта ожидаю очень серьезный, и возможно, этот конфликт закончится, его исчезновением физическим, да, а возможно, наоборот, он сможет что-то сделать.